этот живой. Счастливчик. Хотя, кто знает, что для тебя лучше. Пойдем посмотрим, что Сидорович за тебя отвалит. Что притащил? Тело. С грузовика смерти. У него метка. Правила знаешь? Выбрось его. Так ведь он живой. Ты врешь. Не может быть. Пусть меня зона сожрет, если вру. Давай его сюда. Так, за эту фигню я дам тебе... Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий? И мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь убить, значит, есть за что. Ну, чё стоишь? Подходи, я не кусаюсь. Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги буду полоскать, как я обычно новичкам это делаю. Либо я буду с тобой, как с опытным сталкером. Получай задание и вперед. Это твой личный ПДА. Полезная хреновина, которая будет помогать тебе не сдохнуть в зоне. А если и сдохнешь, то хоть другие знать будут, как и где. Шучу. Давай напомню кратко, как пользоваться. Твои задания расположены в первом разделе ПДА. Для большинства заданий есть кнопки переключения на дополнительную информацию. Запомни, каждое новое задание автоматически переключает целеуказание на миникарте на себя. Дальше... Второй раздел ПДА – это карта. Кнопки над картой позволят тебе увеличивать и уменьшать масштаб. Плюс отцентрировать карту по твоему месторасположению. В общем, разберешься, там несложно. Что еще? В ПДА есть раздел «Контакты». В контактах список сталкеров, которые находятся в радиусе 50 метров. Плюс их короткое описание – ранг, группировка и их вероятное отношение к тебе. Запомни, пока ты нейтрал, и только от тебя зависит, как к тебе будут относиться потом. Если поможешь кому, то обрати внимание, как изменится его отношение к тебе. Будь осторожен, если рядом враги. На миникарте они отмечаются красным, друзья отмечены зеленым, нейтралы – желтым. Ну и ПДА мертвых сталкеров подсвечивается серым. В мародерстве помогает. Что еще? Ах да, есть дневник. Ну, тут и говорить нечего. Там записывается вся информация, которая тебе нужна. Плюс новости. Даже то, что я тебе сейчас втолковываю, ты там найдешь. Потом, в разделе ПДА под названием «Рейтинг». Увидишь лучшую двадцатку сталкеров, которых я знаю. Я периодически обновляю эту информацию для поддержания соревновательного духа. Глядишь, и ты когда-нибудь вырвешься в лидеры. Кто знает, твои собственные успехи заносятся в раздел «Статистика». Ну, там все просто. Дальше. Энциклопедия.
В нее заносится информация о зоне и советы по выживанию, которые ты найдешь или получишь от сталкеров. В принципе, все. А, еще. В твоей модели ПДА встроен сканирующий приемник широкого диапазона. Отличная штука. Даже переговоры вояк местных ловит. Правда, радиус действия не очень, 500 метров. Вот моя рация тянет на 30 километров, так что я тебя всегда найду. Будешь получать от меня задания и новости свежие. А на первых порах помогу советом. Ну, что? Все ясно? Есть дело, Меченый. Надо найти сталкера по кличке Шустрый. Он нес мне важную информацию. Пропал он где-то в районе моста. И его надо найти и забрать информацию. У живого или мертвого, мне все равно. Сходи к Волку из местного лагеря. Расспроси его. Наверняка он знает, где тот может быть. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Подходи, пообщаемся! Почему тут люди стреляют в людей? Вспомнил вот. Жить трудно. Они еще без конца собрались. Допрашивает как-то погонник матерого сталкерюгу. Значит, вы признаете, что в нетрезвом виде пытались покинуть территорию зоны в районе 12-го блокпоста и имели при себе запрещенные к выносу за ее пределы предметы? Ну, того запарило третий час под конвоем сидеть. Ой, ему и говорит. Так я признаю, командир, все признаю, вот тебе крест. Был бы трезвый, я бы в жизни мимо вас, уродов, с хабаром бы не попёрся. А посмешнее, ничего в запасе. Ну точно звери по цвету шкуры. Одни как разбойничали, так и разбойничают. Другие то ли нас от зоны, то ли от нас охраняют. Солдаты, блин, тоже. Человека им шлёпнуть, что высморкаться. Однако тут народ звереет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи. Внимание! Выдаю шутку юмора. Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в летное 3 раза поступал. Помню. А чего? Так он того, на днях в трамплин вляпался. Угу, вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел.
ошибся, ясно? Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов прибегает. Ну, остальные к нему. Чего случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит, решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил 20 кровососов, 5 бюреров, 300 слепых псов извел под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Блин, так не смешно. Почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить. Амазонки. Однако тут народ звереет с дикой скоростью. Встречаются, конечно, и не психи. Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Оружие убрал. Кусок бы мяса такой. Ну, здорово, немного не в тему, но вспомнил. Сочный. Студент на экзамене. Да, профессор, понимаете, я не могу сдать математику, потому что в последнее время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится, будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А профессор ему, значит, и говорит: окончи вы институт с теперешними знаниями, молодой человек, наверняка подались бы в сталкеры, а там и до кошмара ваших недалеко. Но у меня есть верное средство. Так, убери оружие. Так, убери оружие. Пересеклись двое. Ты Васю помнишь? Ну того, который каждому рассказывал, как он в лётное 3 раза поступил. Угу. Вот так. Сбылась у человека мечта. Полетел. А посмешнее, что посмешнее. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Thank you.
от судьбы, то никогда не скроешься. Что на роду написано, так оно и будет. Оружие убрал. Обязательно бутылку ему проставьте, а то не ровен час, в сон в явь превратится. Ну, спасибо вам большое. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а приятно. Теперь я расскажу. Учит, значит, за контролер слепого пса всяким штукам. На задних лапах там ходить, мертвым притворяться. Дело туговато идет. А рядом зомби стоит и прикалывается. Ничего у тебя не выйдет, фигней страдаешь. Контролер ему пальцем так погрозил и отвечает. Слышь, сталкер, заткнись, да? Ты мне тапочки приносить тоже не сразу научился. А поновее ничего нет? Хорошо, там, где нас нет. Оружие убрал. Какого черта меня сюда понесло? Лучше бы дома сидел. Оружие убрал. Оружие убрал. Артефактов. Сбор всех назначен на 6:30. Этого дела брать с собой по 2 литра. Блин, так не смешно же. Оружие убрал. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну,
Он подумал-подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить. Что за фигня такая? Кабаки и девки. Фухло. Рукой махнул, все смеются, ясно? Оружие убрал. Студент на экзамене. Профессор, понимаете, я не могу... Ты ствол-то убери, оружие убрал. Время совсем не сплю. Только глаза закрою, сразу такой кошмар снится. Будто меня на заброшенной атомной станции окружают страшные мутанты и вот-вот разорвут на кусочки. А профессор не знать и говорит. Окончи вы институт с теперешними знаниями, молодой человек. Наверняка подались бы в сталкеры, а там и... Но у меня есть верное средство. Переэкзаменовку по математике вы так и не сдали, а следовательно будете отчислены и пойдете служить. И никаких монстров. Ну, кроме разве что дедов. А поновее ничего нету? Было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Смешно же. Ах!
Спасите! Спасибо, Меченый. Я вижу, ты нормальный мужик. Командир, я своим врагам обязательно передам, что ты мне помог. Отставить. Действительно, мелочь безопасность. Нам пусть живет. Дружище, не шелести особо. Дай поясню ситуацию.
Мальчики в домке! Спасибо, Чио! Пацаны, выручайте! Thank you.
Эй, есть кто живой? Мне еще сидеть или уже можно уходить? Спасибо, брат. Даже не знаю, как и благодарить тебя.
Ну классно у тебя выходит. Классно, правда. Почему среди сталкеров совсем нет женщин? Ну, сейчас я выдам. Это ж только представить. Амазонки. Мастер. Как-то не цепляет. Подушевнее бы.
Неплохо. Хороший товар. Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен.